Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. И тогда у нас сегодня распаковка Butter. Наконец он ко мне пришел. В принципе, в этот раз меньше 2 недель заняло у Weverse, чтобы мне отправить. И так как я заказывала на Weverse, то у меня есть предзаказанные плюшки. У меня здесь 2 сета. Не все альбомы мои, но мы сможем распаковать все и посмотреть, что же мне выпадет. При заказе сета Weverse давал 2 предзаказанные карты в боксах и плюс 1 пленочку. Пленочки я уже видела, поэтому давайте их посмотрим сразу, а карты, я думаю, оставим на конец, так как они идут в коробочках и заранее непонятно, кто мне выпал. Мне очень интересно, положил ли мне Weverse разные фотокарты. И а пленочки мне выпали Namjoon. Они очень милые, мне очень-очень нравятся. И да, Taehyun. Меня очень радует то, что Taehyun в последнее время выпадает мне абсолютно везде. И, в принципе, это была первая пленочка, которую я увидела, когда открыла коробку. О, их тут... А, нет, это просто подложка белая. Я сначала подумала, что неужели их тут 2. Нет. Я очень рада, что моя удача на Taehyun продолжается. Так что можно распаковывать спокойно, с уверенностью. Он мне уже выпал. И вот так выглядит пленочка Namjoon. Так, у нас 2 версии альбома. Cream Peaches. И давайте, я думаю, начнем с Cream, с желтой версии. Вот так выглядит альбом без пленочки. Мне очень нравится формат альбома, то, что это у нас коробочка достаточно небольшая, и мне очень нравится цветовое решение. О, и он открывается на магнитике снизу. Я не смотрела ни одной распаковки, это было очень сложно, но я старалась не словить вообще никакие спойлеры, ни фотобука, ни фотокарт, я не видела ни фотокарт, ничего, поэтому я не знаю также, где что располагается. Давайте попробуем. Ой. Так, диск решил вылететь. Так, и я так понимаю, фотобуки... Да, в фотобуке, похоже, ничего нет. Так, вот так у нас выглядит диск. Очень интересно то, что у нас теперь везде и на альбомах еще значок YG. Они все-таки, я так понимаю, объединились, не знаю. И так как у нас BTS стали выпускать альбомы с 2 песнями, это тоже явное влияние YG. То, что не обязательно иметь много песен в альбоме. Так, фотобук у нас довольно маленький. Давайте немного приблизим. Мне очень понравились по тизер-фото абсолютно все концепты. Я, в принципе, обожаю летние концепты. О, какая классная фото. Особенно мне понравились их фотографии на море и на автомойке. Но это, я так понимаю, наверное, другая версия. Дальше у нас Джин. И мне очень нравятся эти розовые пряди у Юнги. Они выглядят очень классно. Что ты ешь? Это... мармеладки. Да, и мне нравится сочетание данных ук и шорт у Чимина. Мне очень нравится еще цвет волос Чимина в данную эру. Очень классно. Чимин мой, в принципе, без BTS. И, как правило,
Он мне никогда и ни в чем не выпадает, но тут первый раз выпал, поэтому у меня есть надежда, что, возможно, здесь он тоже меня порадует, и, наконец, он решил перестать меня игнорировать. Это тоже очень интересный концепт полицейского департамента. Но я думаю, что все же второй фотобук будет мой любимый, так как он более летний, яркий. Так, джин. Но мне очень нравится то, что у нас фотобук небольшой в плане формата, но достаточно толстый. У нас много фотографий в каждом концепте и у каждого мембера. Намджун. Юнги выглядит просто как персонаж аниме. Очень нереалистично. И мне очень нравится хвостик у Тэхёна. Мне, в принципе, в последнее время очень нравятся длинные волосы на айдолах, хотя я как-то никогда не была особым фанатом, но мне очень нравится. И когда они убирают их в забавные прически, тоже очень прикольно. Так, дальше у нас идут благодарности мемберов. Юнги. Хобби. Чимин. Тэхён. И Чангук. И... О! Да, Чимин. Так, и кредиты. Да, и на этом у нас все. Так, что у нас есть еще? Еще у нас есть стикеры. Они очень-очень милые. И я видела, что мемберы украшали альбом стикерами. Я думаю, так как у меня будет один альбом как бы лишний, возможно, тоже украсить его стикерами попробовать. Но посмотрим. Так, дальше у нас есть... А, получается, у нас текст и песен тут на двух отдельных бумажках. Это у нас текст Butter. И я так понимаю, это у нас текст Permission to Dance. Да. Еще у нас есть код Weverse, как обычно. Дальше у нас есть... О, это Polaroid. Очень мило, какая милая фото с моря. Я, честно говоря, не помню данного полароида в описании альбома. Не знаю, рандомный он или нет. Посмотрим, какой будет в другой версии. Дальше у нас есть вот такая штука. И это, по-моему... А, это у нас стенд, который собирается. Так. И у нас осталось две фотокарты. Точнее, фотокарта и месседж-карта, по-моему, так она называлась. Так, давайте посмотрим, кто мне попал. Естественно, кто еще мне мог попасть? Тэхён. Тудулист. Ну, я, к сожалению, не смогу прочитать почерк Тэхёна. О, ну это очень милые фото. Так, и давайте посмотрим, кто мне выпал в фотокарте. О, Намджун! Ух ты! Да как я не видела фотокарты, я сейчас просто в восторге. Мне очень нравится прическа и цвет волос Намджуна. И этот наряд. Так, в принципе, да, это все, что у нас было в данной версии. Давайте переходить к оранжевой версии, Peaches. Вот так у нас выглядит вторая версия. Альбом очень приятный, еще на ощупь текстурированный. Да, здесь у нас также есть значок YG+. Интересно, интересно, что у них там происходит. И
также, так как основная часть дискографии Бентам достаточно спокойных цветов, черный, белый, пастельные оттенки, мне кажется, данный альбом очень классно будет смотреться на полке и очень разнообразить наполнение и выделяться. А! Единственное! Да, CD-диск решил в этот раз вывалиться. Вот так у нас выглядят CD во второй версии. Они, в принципе, очень нейтральные, просто цветные. И вот так у нас выглядит фотобук. Название версии — Butter. И здесь, я так понимаю, будут остальные два концепта. Да, с автомойки. Очень интересный концепт. И достаточно неожиданный. И мне очень нравится цвет волос Хобби, тоже с розовым милированием. В принципе, розовый мой любимый цвет волос на айдолах, поэтому то, что в этот раз они вообще в целом многие имеют яркие волосы, что очень классно сочетается с летним концептом. Это фотография Чимины, конечно. Да. Вот как он сначала такие фото делает, а потом вот такие. Джин. О, 13-е наше, 113-е. Обожаю, когда они оставляют отсылки в датах. Это очень классно. В целом, касаемо песен, Permission to Dance мне очень нравится. Мне кажется, это идеальная летняя песня. Мне очень нравится текст, клип, хореография, в целом их посыл. Мне очень-очень понравилось, я слушаю ее постоянно, и я очень этому рада, потому что Баттер оставила меня как-то достаточно спокойно, я абсолютно спокойно посмотрела клип, и в целом я смотрела их выступления, но не могу сказать, что я много ее слушала, и как-то она меня не очень зацепила, что странно, обычно меня все релизы Бентам очень даже цепляют. Но Permission to Dance просто идеальная для меня песня этого лета, и она очень-очень мне нравится. Так, дальше у нас идет Taehyung и общие фото. Мне нравится, как альбом смотрится сам по себе, но я так обожаю такие групповые фото, где они смеются. Это так мило. И дальше у нас, я так понимаю, пойдет концепт на пляже. Да, очень классно. Раз уж я сама не могу поехать на море, то хоть посмотреть, как Бентамы радуются на море. Очень мило. Мне бы... Я была бы рада, если бы фотобук был форматом чуть побольше, потому что, учитывая еще то, что половина страницы у нас обрезана белым, фотографии не очень большие. Было бы классно, если бы они были чуть больше. О, и мне так нравится данный образ Т. Я люблю повязки на голову и банданы. Мне кажется, им очень-очень идет. Классно то, что у нас тут очень много групповых фото. Так, дальше у нас Джин. Ух ты. Джину тоже очень идет эта прическа. Чонгук. Да, это однозначно моя любимая версия. Мне очень нравится этот концепт. И интересно, какие будут фотокарты. В данных образах или в образах заправки. Я так понимаю, что фотокарты соответствуют концептам из фотобуков. Так, дальше у нас тут благодарности мемберов. Холли. Да, фотографии можно было сделать как-то немножко побольше. Тут очень сложно разглядеть мемберов. Кредиты. И все. Так, дальше у нас идут стикеры. Интересно, они... Да, они точно такие же. Да, абсолютно такие же, как и в предыдущей версии.
Тексты песен, я тоже так понимаю, точно такие же, Butter Permission to Dance. Да, видимо, это также не рандомный полароид, он идет такой же. Странно, почему они не сделали между версиями разные вложения. Так, код Weverse. Раскладывающийся стендик в данном концепте. И давайте начнем также с месседж карты и посмотрим, кто нам попался. О, Джин! Я очень рада. Да, я так понимаю, что данные месседж карты не соответствуют версиям, то есть они одинаковые для обеих версий, поэтому я очень рада, что другой мембер. О, Ами, BTS. Мне они очень нравятся. Я не знаю, как их можно разместить в Binder'е, если честно. Но я как-то изначально, когда смотрела на наполнение альбома, осталась довольно равнодушна к этому формату. Но мне очень нравятся фотографии, и я не знаю, возможно, я постараюсь как-то придумать, как их можно разместить. Так, и у нас осталась фотокарта. Давайте посмотрим. И... Ей, выпал Юнги! О, классно. Юнги мой второй биас в Бантан, и он мне тоже достаточно редко выпадает. Прям очень редко. Мои биасы в BTS меня не любят. Поэтому я очень-очень рада. И это, да, это получается как раз в концепции на пляже карты. Как классно. Классно. Так, получается, это у нас все. И у нас остались еще два альбома, которые мы можем открыть и посмотреть, хорошо ли Weverse перемешивает альбомы и не попались ли повторки, и также еще предзаказанные карты от Weverse. Давайте начнем с альбома. Так, давайте начнем с желтой версии. И интересно, если я подниму фотобук, мы все увидим. Нет. Прекрасно, у нас тут стендик. Так. Давайте начнем. О, нет. Похоже, Weverse плохо перемешал альбомы. И... Да, так, посмотрим, если здесь Намджун, то да, это дубль альбома. Ну, что поделать, такой вариант тоже был возможен. Может быть, со второй версии повезет больше, давайте посмотрим. Нет. Да. Ай-яй-яй, Weverse. Здесь у нас также Джин Юнги. Так, и у нас остались предзаказанные карты от Weverse. Возможно, здесь также будет два одинаковых комплекта. Не знаю. Так. Ну, давайте начнем с желтой коробки. Интересно, если я ее открою, там сразу будет фотокарта. Вообще, это достаточно интересное решение для предзаказанных карт. И то, что мы сразу, получается, их не видим при распаковке коробки. Так, это тоже очень интересно и прикольно. И первая карта. О, Джин! Ух ты! А, это у нас, получается, концепт с автомойки, заправки. Не знаю. Ух ты, очень красивая карта. Так, давайте посмотрим. Мне сегодня прямо везет на Юнги. Такие милые фотокарты. Классно. Так, и я надеюсь, что здесь будут другие мемберы. И все-таки вот здесь нам повезет. Но, видимо, нет. О,
посмотрите на мою удачу. Ну, это прекрасная компенсация за все дубли, что были. Ух ты. Очень красивая карта. Так, только она немного. Ничего страшного. Да, здесь получается, скорее всего, в случае с Джином просто совпадение. И давайте я соберу все, что нам сегодня выпало вместе. Итак, это была распаковка сингл-альбома BTS «Butter». Спасибо большое за просмотр и надеюсь, что увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!